Жанабель – это женщина, которая с огромной любовью и состраданием относится к каждому обездоленному человеку и помогает таким людям по всему миру. И этот продуктовый набор был куплен на ее пожертвования. Здесь мясо, колбаса, тушенка, сыр, яйца, творог, угощение к чаю. Мы передадим это все очень нуждающейся бабушке Татьяне. Она живет бедно в общежитии. Никто из родственников ей не помогает. Выживает как может. Иногда ей дают какую-нибудь еду в церкви, но это бывает редко и мало, что временами она голодает. Татьяна, здравствуйте. Мы сегодня пришли к вам с гостинцем. Вот, уже передали. Вот, эти продукты вам передает тренер женского центра Жанабель. Она помогает таким же бабушкам, как вы, нуждающимся. Помогает матерям-одиночкам, тем людям, кто оказался в тяжелой ситуации. Вот там купили для вас все самое необходимое, те продукты, которые вы просили нас. Вот, будет вам такой новогодний подарок. Спасибо вам большое. Вот, угощайтесь. Татьяна, у вас тут вот настоящий творческий уголок. А у меня даже год тигра. Год тигра. О, кстати, да, у вас уже подготовка полная к нам. Просто так все подобралось. Вот так. Представляете? Вот бабушка Таня делает такие прекрасные поделки. Вот это обереги, да? Да, обереги. Вот сколько всего. Бабушка Татьяна мастерица на все руки. Она шьет и вяжет одежду для кукол. Некоторых она делает полностью сама. Создает прекрасных ангелочков. Вяжет салфетки, скатерти. Все вокруг в ее рукоделии. Ой, ой, какой лев у меня. Мордастый такой. Настоящая красота у вас тут. Бабушка живет в крохотной комнатке общежития, в которой нет никаких удобств. Есть только холодильник, плитка, небольшой магнитофон, а кровать и та сломана. Окна пропускают холод. Она очень благодарит Жанабель за оказанную помощь, ее милосердие и за то, что не прошла мимо.